Доброе утро. Я тут по делам иду, как всегда, в банк зайти. Вот. И куда еще? На рынок хочу зайти. Несмотря на то, что он будет сегодня совсем маленький. Ой, я не отчаиваюсь, я ищу сало. Я уже мужу сказала, ищи, говорю, по своим знакомым, мне сало. С мясом, чтобы было. Ну, он, естественно, забывает. Вот. Кстати, это у нас соседи так хлопают. Но, с другой стороны, их совершенно у нас не слышно, а тут слышно, представляете? Вот. Чарли дома остался. Я сейчас быстренько приду и погуляю с ним. Вот. Такие у нас планы. А, ну, естественно, зайду. Блин, какой-то волосинка, нос щекотит. За арбузиком и черешней куплю себе. И все. Я тут сладким начинала баловаться. Теперь хочу забросить это дело сладкое, поэтому буду есть арбузы и черешню. В общем, такие вот дела. Так, я куда-то иду в улочке. Я вроде приблизительно помню, что и где. Но это приблизительно. На машине моя уехал муж, потому что ее надо, ну, там, помыть в первую очередь. Я говорю, будет вези ее помой. У них там на работе можно мыть машины. Ну, вручную, естественно. И заодно воду посмотрит, масло. Это его обязанность смотреть. Ну, это естественно, да? И вот такие пироги. Смотрите, какая красота на маленьких детей. Вообще шикарно. Взгляните, какие туфли. Это вообще такие маленькие, классные. Все еще закрыто. А здесь уже такие цветные. Вообще шикардос. Цены, естественно, мы не узнаем. А вот это 115. Красота желтая. Ну, где-то они все, наверное, стоят. Это на первое причастие, скорее всего. Либо сестричкам, либо братишкам. Ну, а мы идем дальше. Блин, как здорово, когда нет ветра. Вообще прям класс. Я даже жилетку сняла. Утром ходила в жилетке джинсовой. А сейчас сняла ее, потому что прям тепло, хорошо. Ветра нет, и все, зашибись. У нас лето. Как только ветер. Слышите, как их зовут? Кукушки. Кукушки кукуют. Кукушки, кукушки. Сколько мне жить осталось, помните? Считаешь, считаешь, а сама боишься, хоть бы она не остановилась, а то вдруг мало насчитает. Ой, такие дурачки были вообще. Ой, неужели правда кукушка будет считать там 90 раз или 100? Пипец. Ой, считает, считает. 5, блин, столько мало вообще. Ой, ладно, мы гуляем сейчас. Пойдем домой кушать, готовить. Thank you.
Ну вот и итог моего шедевра. Паста с овощами и мясом. Типа лагман, что ли, да? Ну и тут огуречики. Пойду кушать и смотреть «Игра престолов». Я ждала этого, не знаю, сколько недель, сколько там серий-то. В общем, я, знаете, как люблю смотреть сериалы? Чтобы они все были все, чтобы мне не ждать целую неделю до следующей серии. Я так не люблю. Сегодня в понедельник вышла последняя серия. Приступим к просмотру. А вы смотрите «Игру престола»? Меня подсадила моя подруга, клиентка. Вот, испанская, которая постоянно меня подсаживает на всякие сериалы. Вот она как ко мне придет и начинает: ты посмотри это, ты посмотри то, посмотри. Она вообще любительница всяких сериалов, теперь она на турецкий перешла. Потому что у нас по испанскому телевидению показали турецкий сериал. Вот она теперь их все пересмотрела. Причем в Испании турецкие сериалы не особо так идут, но вот сейчас начинают. И она их смотрит с субтитрами, представляете? То есть она их не смотрит, она их читает. Я говорю, как у тебя терпения хватает. И вот она меня подсадила в прошлом году на «Игру престола». И я говорю, и когда я поняла, что он не закончился, я говорю, я тебя убью в следующий раз. Я говорю, ты что меня, говорю, порекомендуешь, говорю, сериал, который не закончен, я так и не люблю. И вот сейчас пойду смотреть. Сходила, свои калы пересадила, а тут что-то они вянуть начали. Хоть несмотря на то, что я их поливаю постоянно, но я прямо достала, там корни прям были вообще в одном целом ящике, ну, в целом горшки. Чего вы там орете так? И вот я его решила пересадить их. И заодно помыла. Заодно помыла террасу шлангом. Очень легко и просто, вообще суперски. Хотела за камерой сходить, но неохота было туда-сюда подниматься. Говорю, раз уже охотка пришла, надо пользоваться. И эти цветочки цветут. Мне кажется, что мне сказала их женщина, что их не надо пересаживать. Мне кажется, их надо пересаживать. Ему тесно в этом горшке. Как вы думаете, у кого-нибудь есть такие цветы? Тесно ему там или не тесно? Такому большому, в таком маленьком горшке. Ну, правда, говорят, цветочные цветы, которые цветут, нельзя трогать. Но не знаю. Мне кажется, им тут тесновато. Этот вот, например, точно тесновато. Там корни прям, знаете, белые были. Ну, посмотрите, прелесть какая, а? А вы говорите, купаться, вода холодная. Фиалочка моя растет. И этот тоже посадила. Ничего, не вялый, смотрите, может вырастет. Да вырастет он, вот эти они вообще неприхотливые. Это, помните, горшок от моих вот этих вот, которые пахучие цветы были? Я его не выбросила, но как, зачем выбрасывать такую ванну, скажем так, с двумя вот горшками. Туда что-нибудь тоже придумаю. Еще муж притащил какую-то фигню, говорит, это для цветов, типа вешать их вот так, как этот. Я и так, и сяк, и никак. Видите, если так, то цветок будет туда смотреть. В общем, я его тырк и пырк, потом он придет, я у него спрошу, как это все делается. Я его и так, и сяк. Полчаса как дурочка стояла. Как это делается? Может, так как-нибудь? Фиг его знает. Что это за фигня, не знаю. Пить охота. Ай, сок пойду себе сделаю. Вообще, я так умиляюсь, когда он на этом коврике лежит. Я так его люблю, когда он на этом коврике лежит. Не, ну я его люблю, когда он и не на коврике лежит. Я его по-любому люблю. Вот. А еще выцегнила 5 евро на черешню мужа. Говорю, давай 5 евро на мыло. Такие вот у меня дела. Все пропылесосила, управилась, помыла посуду. Осталась кастрюля от мультиварки, но она мне просто сюда не умещается. Сейчас это разберу и кастрюлю домой. Сделала себе ужин. Здесь дынька с арбузиком. И буду сейчас все это нямкать. И буду с вами прощаться до завтра. Завтра у нас рабочий день, у меня начинается. Не у меня, не у вас, а у меня. Так что желаю вам продуктивной рабочей недели. Хорошей погоды. Солнышко. И чтобы ветра не было. Всего самого лучшего. И всем пока, до завтра.